подписана стратегия экономического партнерства на период до 2025 года. Об этом стратегии встречи Верхов сообщили в посольстве России. Стратегия определит среднесрочный период. Радио Китая впервые принимаю на средних волнах. La alta cu ultimele informații corespondent a noastră. Octavian Armașu propune salonia fac de mersuri pe... о разблокировке транспортных и экономических процессов создают предпосылки для нормализации ситуации. Для Нагорного Карабаха нужно время, чтобы... Wenn nicht beim EU-Gipfel am 10. Dezember, so der Autor, dann werde es mit großer Wahrscheinlichkeit wenig später zu einem Kompromiss in Bezug auf den Mechanismus kommen. Eine Blockade des Budgets und des Wiederaufbaufonds würde... Польское радио на частоте Радио Свобода. 41 de mii state De la aproape 34.000, numărul de cazuri zilnice se menține de 4 zile la peste 1.971. Защита Виктор Попов, Станислав работал, който беше викнат на пожар буквално в последните дни, заедно с Андрея Христов и Ясен Комбачен. Радио България. A feltétele megteremtés, én dolgozik, de a pedagógusok munkáját is segítik. A koronavírus ellen... И Венгрия на 540 kHz. Всем спасибо за просмотр, пока!